Убийство и допрос саудовского журналиста Джамаля Хашоги записались на его часы Apple Watch. Об этом пишет турецкая газета «Сабах» со ссылкой на источники в полиции. По данным издания, репортер оставил телефон своей жене, после чего перевел часы в режим записи. Девайсы синхронизировались, и аудиозапись допроса и убийства была передана на смартфон. Журналисты отмечают, что саудовские спецслужбы пытались стереть этот файл, но он уже загрузился в систему хранилища Apple. Я добавлю, что Риад свою причастность к исчезновению журналиста отрицает. Саудовская Аравия и Турция ведут совместное расследование этого дела. Джамаль Хашоги зашел в аравийское генконсульство 2 октября и после этого пропал без вести.